Евангелие от Иоанна. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Через Него Бог создал все, что существует, и ничто не начало существовать без Него. Слово было источником жизни, и эта жизнь несла свет людям. Свет этот светит во тьме, и тьма не поглотила его. Человек, посланный от Бога по имени Иоанн. Он пришел, чтобы рассказать людям о свете, дабы через него все услышали послание и уверовали. Сам он не был светом. Он пришел, чтобы свидетельствовать о свете. Это был истинный свет, который светит каждому приходящему в мир. Слово было в мире, который Бог создал через него, но мир не узнал его. Он пришел к своим, но свои не приняли его. А всем тем, кто принял его и уверовал в него, он дал право стать детьми Божьими. Детьми, рожденными не от крови и не по желанию человека. Сам Бог был их отцом. Слово стало человеком и жило с нами, полное благодати и истины. Мы видели славу Его, славу, которой Он был наделен как единственный Сын Отца. Иоанн свидетельствовал о Нем. Это тот, о ком я говорил, когда сказал, что Он придет после меня. Но Он выше меня, потому что Он существовал до меня задолго. От полноты Его милости Он дарит нам всем одно благословение за другим. Бог дал закон через Моисея, но милость и истина пришли через Иисуса Христа. Никто никогда не видел Бога. Его единственный Сын, единый с Богом, который всегда с Отцом, открыл нам Его. Иудейские власти из Иерусалима прислали к Иоанну священников и левитов. «Ты кто?» Иоанн не отказался отвечать, но объявил открыто и прямо. «Я не Христос». «Тогда кто же ты?» «Ты Илия?» «Нет». «Ты пророк?» «Нет». «Так скажи же, кто ты?» «Мы должны дать ответ пославшим нас». «Что ты скажешь о себе?» Иоанн ответил словами пророка Исаии. «Я глас вопиющего в пустыне». «Исправьте путь для Господа!» Посланные, которые пришли от фарисеев, спросили Иоанна. «Говоришь ты не Христос, не пророк, не Илия? Почему ты крестишь?» «Но посмотрите, я крещу водой. А меж вас стоит тот, кого вы еще не знаете. Он идет за мной, однако я не достоин развязать
даже ремни его сандалий. Все это происходило в Вифании, на восточном берегу реки Иордан, там, где крестил Иоанн. Что он делает? Он будто ждет кого-то. Кажется, идет тот, кого он ждал. На другой день Иоанн увидел идущего к нему Иисуса. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это тот, о котором я вам говорил. За мной идет тот, который выше меня, потому что он существовал задолго до меня. Я не знал его прежде, но пришел крестить водой для того, чтобы он явлен был народу Израиля. И свидетельствовал Иоанн. Я видел духа, сходящего с неба в виде голубя и пребывающего на нем. Я еще не знал, что это он, но Бог, пославший меня крестить водой, сказал: ты увидишь духа сходящего и пребывающего на человеке. И он есть тот, кто крестит Духом Святым. Я видел это и свидетельствую, что он есть Сын Божий. На следующий день Иоанн снова стоял там с двумя учениками и увидел Иисуса, идущего мимо. Вот Агнец Божий. Услышав от него эти слова, ученики пошли за Иисусом. Ты куда? За ним. Иисус обернулся и увидел идущих за ним. Что вам надобно? Где ты живешь? Рави. Рави. Это слово значит учитель. Пойдем. И увидите. Было тогда около 16:00. Они пошли с ним и увидели, где он живет. И пробыли с ним весь тот день. Один из них был Андрей, брат Симона Петра. Он сразу пришел к своему брату Симону. Мы Мессию нашли. Это слово значит Христос. Он привел Симона к Иисусу. Иисус посмотрел на него. Ты ведь Симон, сын Ионин, но будешь наречен Кифа. Это то же, что Петр, и значит камень. На следующий день Иисус решил идти в Галилею. Спасибо, всего доброго. Он нашел Филиппа и сказал ему: иди со мной. Филипп был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп нашел Нафанаила.
Мы нашли того, о ком писал Моисей в законе. И о ком писали пророки. Он Иисус, сын Иосифа из Назарета. А из Назарета что-то доброе может быть? Пойди и увидишь. Увидев идущего к нему Нафанаила, Иисус сказал: «Вот подлинный израильтянин». В нем нет никакого лукавства. Откуда ты знаешь меня? Я видел тебя. Ты был под смоковницей, пока Филипп тебя не позвал. Ты веришь, потому что я сказал тебе, что видел тебя под смоковницей? Ты увидишь много больше того. Истинно говорю вам, вы увидите небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Два дня спустя был брак в Кане Галилейской. Мать Иисуса была там. И Иисус с учениками тоже был зван на брак. Надо подать вино. Да все уже выпили. Да быть этого не может. Все? Когда вино закончилось, мать Иисуса сказала ему: у них нет вина. Женщина, что тебе и мне до того? Еще не пришел мой час. А вина больше нет. Что он вам скажет, то сделать и должен. Ничего не поделает. У иудеев есть обычай ритуального омовения. И для этой цели там стояли 6 каменных сосудов, вмещавших по 75 или 100 литров каждый. Наполните эти сосуды водой. Они наполнили их доверху. Теперь зачерпните воды и отнесите к распорядителю пира. Они отнесли ему воду, которая превратилась в вино, и он отведал его. Он не знал, откуда это вино. Знали только слуги, которые зачерпывали воду. Тогда он позвал жениха. На торжествах все подают сперва лучшее вино, а когда гости уже напьются, то, что похуже. А ты сберег лучшее вино под конец. Thank you.
Так Иисус сотворил первое чудо в Кане Галилейской. Там Он явил Свою славу, и Его ученики уверовали в Него. После этого Иисус, Его мать, братья и ученики пришли в Капернаум и пробыли там несколько дней. Приближался праздник Пасхи, и Иисус пришел в Иерусалим. В храме он нашел людей, продававших волов, овец и голубей, а также менял сидевших у столов. Храма всех, кто там был, а также овец и волов. Он опрокинул столы, менял и рассыпал их монеты. Брать! Брать! И приказал продавцам голубей: уберите это отсюда! Не делайте дом отца моего местом торговли! Его ученики вспомнили, что в Писании сказано: «Боже, моя преданность дому Твоему горит во мне, как огонь». На это иудеи ответили ему вопросом: «Каким знаменем ты нам докажешь, что имеешь право так поступать?» «Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его». «Ты воздвигнешь его в 3 дня?» 46 лет этот храм строился!» Но Иисус говорил о храме тела Своего. И когда Он воскрес из мертвых, Его ученики вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и тому, что сказал Иисус. Когда Иисус был в Иерусалиме на празднике Пасхи, многие уверовали в Него, видя чудеса, которые Он творил. Но Иисус не вверял Себя им, потому что знал их всех. Он не нуждался в том, чтобы кто-то говорил ему о них, потому что он сам знал, что было в их сердцах. Между фарисеями был иудейский начальник по имени Никодим. Однажды ночью он пришел к Иисусу. «Рави, мы знаем, что ты учитель, посланный от Бога. Никто не мог бы творить чудеса, которые ты творишь, если бы с ним не был Бог». «Истинно говорю тебе, если кто не родится снова, не увидит Царствие Божие». «Как может снова родиться человек в возрасте? Он не может в утробу своей матери войти и вновь появиться на свет». «Истинно говорю тебе, никто не войдет в Царствие Божие, если не родится от воды и духа. Человек рождается плотью от плоти своих родителей, но духом он рождается от духа».
Не удивляйся тому, что я сказал. Все должны родиться снова. Ветер дует, куда он хочет. Ты слышишь его шум, но ты не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Так бывает со всеми рожденными от Духа. Как это может быть? Ты великий учитель Израиля, и ты не знаешь этого. Истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели. Но никто из вас не принимает нашего свидетельства. Вы не верите мне, когда я вам говорю о земном. Как же вы мне поверите, когда я о небесном стану говорить? Кроме Сына Человеческого, спустившегося с небес, никто на небо не восходил. Как Моисей вознес змею в пустыне, так и Сын Человеческий должен быть вознесен, чтоб каждый, кто в него верит, обрел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо Бог послал Сына Своего в мир не как судью, но как Спасителя. Тот, кто верит в Сына, не будет судим. А те, кто не верит, уже осуждены, потому что не уверовали в единственного Сына Божия. Суд состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди любят тьму, а не свет, потому что дела их злы. Те, кто творит зло, ненавидят свет и не идут к свету, потому что не хотят, чтобы обличились их злые дела. Добрый день. Удачи вам. А те, кто поступает по правде, идут к свету, дабы свет показал, дела их послушны Богу. После этого Иисус со своими учениками пришел в землю иудейскую. Там он жил с ними и крестил. Иоанн также крестил в Еноне, что близ Салима, потому что там было много воды. Люди приходили к нему, и он крестил их. Это было до того, как Иоанна заключили в темницу. Ученики Иоанна начали спор с иудеем о ритуальном очищении. Учитель! Ты помнишь человека, который был с тобой на восточном берегу Иордана? Того, о котором ты говорил? Теперь он тоже крестит, и все люди идут к нему. Никто не имеет ничего, если этого не даст Бог. Вы сами свидетели того, что я сказал. Я не Христос, но я послан прежде Него. Жених тот, кому принадлежит невеста, а друг жениха. Стоит рядом и радуется, внимая голосу жениха. Именно этим моя радость исполнилась. Ему расти предстоит, а мне умоляться должно. Кто приходит свыше, тот выше всех. Пришедший с земли говорит о земных делах, но приходящий с небес выше всех. Он говорит о том, что видел и слышал, но никто не принимает его свидетельства. А тот, кто принимает его свидетельство, подтверждает тем, что Бог истинен. Тот, которого послал Бог, говорит слова Бога, ибо Бог дает ему полноту своего духа. Отец любит Сына Своего и отдал все в Его власть. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Тот, кто не слушает Сына, не получит жизни, но останется под гневом Божиим. До фарисеев дошел слух, что Иисус приобретает и крестит больше учеников, чем Иоанн. Хотя сам Иисус никого не крестил, крестили его ученики. Когда Иисус узнал о таких слухах, он покинул Иудею и пошел обратно в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Странно, я совсем не устал. В Самарии он пришел в город Сихарь, близ участка земли, который Иаков дал своему сыну Иосифу.
Там был колодец Иакова, и Иисус, уставший в пути, сел у колодца. Я остановлюсь здесь. Было около полудня. А вы можете идти. Пойдем в город, купим еды. Да, нужно сходить на базар. Женщина из Самарии пришла набрать воды. Дай мне глоток воды. Его ученики ушли в город купить еды. Ты иудей, а я самарянка. Как ты можешь просить у меня воды? Иудеи не общались с самарянами и не стали бы пить с ними из одной чаши. Знала бы, каков дар Божий. И кто просит воды, сама бы у него просила. И он бы тебе дал воду живую. У тебя нет ведра, а колодец очень глубок. Откуда возьмешь ты эту воду живую? Наш праотец Иаков дал нам этот колодец. Он, его дети, его скот, все пили из него. Неужели ты больше нашего праотца Иакова? Тот, кто пьет эту воду, снова испытает жажду. А кто пьет воду, которую дам им, я вовек не будет жаждать. Вода, которой я человека могу напоить, станет в нем источником воды живой и даст ему жизнь вечную. Господин, дай мне этой воды. Может, я не буду чувствовать жажды, и мне не придется приходить сюда за водой. Позови своего мужа и возвращайся. У меня нет мужа. Ты верно мне сказала, у тебя нет мужа. У тебя было 5 мужей, и с кем ты теперь живешь, тебе не муж. Ты сказала мне правду. Я вижу, что ты пророк, господин. Мои предки-самаряне поклонялись Богу на этой горе. А вы, иудеи, говорите, что поклоняться Богу нужно в Иерусалиме. Поверь мне, женщина. Наступит время, и люди будут поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. Вы, самаряне, не знаете, кому вы поклоняетесь. А мы, иудеи, ведаем, потому что спасение от иудеев придет. Но настанет время. И уже настало. Когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу. В духе и в истине. И таких поклонников ищет себе Отец. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Я знаю, что Мессия придет. И вот когда он придет, он нам откроет все. Это я. Тот, кто говорит с тобой. В этот момент вернулись ученики Иисуса и очень удивились, что он говорит с женщиной. Но никто из них не сказал ей, чего ты хочешь, и не спросил его, о чем ты говоришь с ней. Женщина оставила свой кувшин и вернулась в город. Идемте. Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Какого, не он ли Христос? Какого человека? А? Не понимаю. Они вышли из города и пошли к Иисусу. В это время ученики просили Иисуса: «Учитель, поешь». Учитель, поешь. Но он ответил: «Нет, у меня есть пища, о которой вы не знаете». Ученики стали спрашивать друг друга, может, кто-нибудь принес ему еду? «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело, которое он мне дал. Вы говорите, еще 4 месяца и наступит жатва. А я вам говорю, посмотрите внимательно на нивы. Как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что вместе и сеющие, и жнущие будут радоваться. Ибо справедливы слова. Один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать поле, в котором вы не трудились. Там трудились другие. Благослови нас, учитель. А вы пользуетесь их трудом». Многие самаряне из того города уверовали в Иисуса, потому что женщина говорила: «Он сказал мне все, что я сделала». И когда самаряне пришли к нему, они просили его побыть у них. И Иисус пробыл там 2 дня. Многие еще уверовали по его слову, и они говорили женщине:
Теперь мы верим уже не потому, что ты нам рассказала, но потому, что мы слышали его сами и знаем, что он действительно Спаситель мира, Христос. Пробыв там 2 дня, Иисус ушел и пошел в Галилею. Ибо он сам говорил: «Пророку нет чести в своем отечестве». Когда он пришел в Галилею, люди приветствовали его, потому что они ходили на праздник Пасхи в Иерусалим и видели все, что он сделал во время праздника. Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где он превращал воду в вино. Там был царедворец, у которого в Капернауме был болен сын. Когда он услышал, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, то пришел к нему и просил его пойти в Капернаум и исцелить его сына, который был при смерти. Никто из вас не уверует, если не увидит знамений и чудес. Господин, пойдем со мной. Пока не умер мой сын. Ступай. Твой сын будет жить. Человек поверил словам Иисуса и пошел. По пути домой его встретили слуги с известием. Твой сын уже здоров. Он спросил их, в котором часу его сыну стало лучше. Вчера в час дня горячка его оставила. И тогда отец вспомнил, что это был тот час, когда Иисус сказал ему: «Твой сын будет жить». И уверовал он и вся его семья. Это было второе чудо, которое сотворил Иисус, вернувшись из Иудеи в Галилею. После этого Иисус пришел в Иерусалим на иудейский праздник. У овечьих ворот в Иерусалиме есть купальня с 5 крытыми галереями. По-еврейски она называлась Вифезда. Великое множество больных лежало вокруг. Слепые, хромые, паралитики. Там находился человек, который был болен 38 лет. Иисус увидел, как он лежит там, и он знал, что тот болен уже давно. Ты хочешь быть здоров? Господин, меня некому опустить в купальню, когда возмутится вода. Пока я пытаюсь дойти, меня всегда кто-то опережает. Поднимайся. Возьми свою постель и ходи. Thank you.
человек тотчас же выздоровел. Он взял свою постель и пошел. Случилось же это в день субботний. И иудеи сказали исцеленному: сегодня суббота. Ты нарушаешь наш закон тем, что несешь свою постель. Тот, кто меня исцелил, велел мне взять постель и пойти. Кто тот человек, что тебе это велел? Но исцеленный не знал, кто такой Иисус, ибо там была толпа, и Иисус скрылся в ней. Потом Иисус встретил его в храме. Ты выздоровел? Так не греши больше, чтоб не случилось с тобой чего хуже. Тогда человек пошел и сказал иудеям, что Иисус исцелил его. И они начали обвинять Иисуса, потому что он исцелил больного в субботу. Иисус ответил им: «Мой отец трудится постоянно, и я тоже обязан трудиться». Эти слова еще больше разгневали иудеев, и они решили убить его. Он не только нарушил закон субботы, но и назвал Бога своим отцом, тем самым объявив себя равным Богу. И Иисус ответил им: «Истинно вам говорю, Сын ничего не может делать от себя. Если не увидит Отца творящего, что творит Отец, то творит и Сын. Ибо Отец любит Сына и показывает ему все, что творит Он сам. Он покажет ему еще большие дела, и вы все удивитесь! Как Отец воскрешает мертвых и дает им жизнь, так и Сын дает жизнь тем, кому хочет. И Отец сам не судит никого. Он отдал все право суда Сыну, чтобы все чтили Сына, как пославшего Его Отца чтут. Тот, кто не чтит Сына, не чтит и нашего Отца. Истинно вам говорю, те, кто слышит мои слова и верят в пославшего Меня, имеют жизнь вечную. Они не будут судимы, но уже перешли от смерти в жизнь. Истинно вам говорю, наступает время, и даже настало это время, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавшие Его оживут. Как сам Отец является источником жизни, так же и Сына Своего Он сделал источником жизни. И Он дал Сыну власть судить, потому что Он Сын человеческий. Не нужно удивляться. Наступает время, когда мертвые услышат Его голос и восстанут из могил. Те, кто творил добро, воскреснут к жизни. И творившие зло воскреснут. Но будут они порицаемы. Я ничего не могу творить своей властью. Я сужу так, как Бог велит мне, и суд мой праведен. Ибо я исполняю не свою волю, но волю Меня пославшего. Если я свидетельствую от своего имени, тогда вы вправе не принимать мои слова как истину. Но есть тот, кто за меня свидетельствует, и я знаю, что его свидетельство обо мне истинно. Когда вы послали своих людей к Иоанну, он засвидетельствовал об истине. Я не нуждаюсь в свидетельстве человека, но говорю это, чтобы вы спаслись! Иоанн был светильник, горящий и светящий. И вы хотели какое-то время радоваться его свету. Но у меня есть свидетельство, больше, чем то, что дал Иоанн.
то, что я делаю. Дела, которые мой отец дал мне совершить, они свидетельствуют обо мне и о том, что отец послал меня. Пославший меня отец сам обо мне свидетельствует. А вы не слышите его глаз, не видите его лица и не храните в сердце его слова, потому что не верите тому, кого он послал. Вы изучаете Писания и через них думаете обрести жизнь вечную, а эти Писания говорят обо мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы обрести жизнь. Я не пытаюсь снискать славу у людей. Ваше благочестие притворно. Я знаю, что любви к Богу в ваших сердцах нет. Я пришел во имя Отца моего, но вы не принимаете меня. Когда же иной придет от своего имени, вы примете его. Вы любите принимать хвалу друг от друга, но не пытаетесь заслужить хвалу от единого Бога. Как же вы поверите в меня? Но не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Моисей, на которого вы уповаете, будет вашим обвинителем. Если бы вы истинно верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне. Но если вы не верите его писаниям, как же вы моим словам поверите? После этого Иисус отправился на ту сторону моря Галилейского, или Тивериадского, как его еще называют. За ним следовало множество людей, потому что они видели его чудеса исцеления больных. Поднялся на гору и сел там со своими учениками. Приближался праздник Пасхи. Иисус посмотрел вокруг и увидел, что к нему идет множество народа. Смотрите, вот он! Где нам купить еду, чтобы накормить этих людей? Он сказал это, чтобы испытать Филиппа. Сам он уже знал, что будет делать. Нам и 200 динариев не хватит, чтобы каждому досталось хотя бы немного хлеба. Другой его ученик, Андрей, брат Симона Петра, сказал: у этого мальчика есть 5 ячменных хлебов и 2 рыбки. Но этого мало для такого множества людей. Велите людям сесть на землю. Там было много травы, и все люди сели. Было их числом около 5000. Иисус взял хлеб, возблагодарил Господа, и раздал его сидевшим там людям.
Так же он сделал с рыбой. И все ели столько, сколько хотели. Когда все насытились, он сказал своим ученикам: «Надо собрать оставшееся, чтобы ничего не пропало». Они собрали все и наполнили 12 корзин кусками, оставшимися от 5 хлебов, которые ели люди. Люди, видевшие чудо, которое сотворил Иисус, сказали: «Это истинно пророк, который должен прийти в мир». Иисус знал, что они хотят прийти и взять его, чтобы сделать царем, и снова удалился на гору. Один. Когда наступил вечер, ученики Иисуса сошли к морю, сели в лодку и отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Приближалась ночь, а Иисус еще не пришел к ним. Тогда поднялся сильный ветер, и море разбушевалось. Ученики проплыли около 5 или 6 километров, когда увидели Иисуса, идущего по воде. Он приближался к лодке, и они пришли в ужас. Не нужно бояться. Это я. Когда Иисус подошел, они приняли его в лодку. И лодка сразу пристала к берегу, именно там, куда они плыли. На другой день народ, оставшийся на той стороне моря, вспомнил, что там была только одна лодка. Они знали, что Иисус не вошел в нее со своими учениками, и они отплыли без него. Другие лодки из Тивериады пришли к берегу близ места, где люди ели хлеб по благословению Господа. Когда народ увидел, что там нет ни Иисуса, ни учеников его, они вошли в лодки и приплыли в Капернаум искать его. Найдя Иисуса на другой стороне моря, люди сказали ему: «Учитель, когда ты пришел сюда?» «Истинно вам говорю я. Вы ищете меня, потому что вы вкусили хлеб и насытились, а не потому что чудеса мои увидели. Не о пище тленной заботьтесь, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Эту пищу даст вам Сын Человеческий, ибо Бог Отец положил на нем печать свою». Что? Скажи, что мне сделать нужно? Какие Богу дела угодны? Богу угодно, чтобы вы уверовали в посланного им. Какое чудо ты сотворишь, чтобы мы увидели и поверили тебе? Да, что ты сделаешь? Отцы вот наши манну в пустыне ели, как сказано в Писании. И он дал им в пищу хлеб с неба. Истинно вам говорю я, не Моисей дал вам хлеб с неба, нет. Это мой Отец вам дает истинный хлеб с небес, ибо
Хлеб Божий есть только тот, который с небес нисходит и который жизнь миру дает. Я есмь хлеб, хлеб жизни. Тот, кто придет ко мне, не будет алкать. И верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я вам сказал, вы меня и видели, но не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет. И приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес творить не мою волю, но волю пославшего меня Отца. Воля же моего Отца в том, чтобы я не погубил ничего из того, что Отец дал мне, но чтобы я воскресил все, что дано мне в последний день. Воля моего Отца, чтобы каждый, кто видит Сына и верует в Него, имел жизнь вечную. И верующего в Меня я воскрешу в последний день. Возроптали на него люди за то, что он сказал: «Я есмь хлеб, сошедший с небес». Эй, люди! Это же Иисус, сын нашего Иосифа, не так ли? Мы хорошо знаем его отца и мать. А он говорит, он уверяет, что он к нам с небес сошел. Он сошел с ума! Довольно, не ропщите между собой. Никто не может прийти ко мне, если Отец, пославший меня, не привлечет его ко мне. И он будет мной воскрешен в последний день. У пророков написано: и все будут научены Богом. Всякий, кто слышит Отца и учится у Него, приходит ко мне. Это не значит, что кто-то видел Отца. Отца видел лишь тот, кто есть от Бога. Истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, такой, что человек не умрет, если его ест. Истинно говорю вам, я хлеб живой, сошедший с небес. Тот, кто ест этот хлеб, будет жить вечно. Хлеб, который я вам дам, есть моя плоть, которую я отдам за жизнь мира. Иудеи стали спорить между собой. Как ты можешь дать нам плоть свою съесть? Это безумие. Истинно говорю вам, не будете есть плоть Сына Человеческого и пить кровь Его, то и жизни не будете иметь в себе. Кто ест мою плоть и пьет мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя есть истинная пища, а кровь есть истинное питье. Кто ест мою плоть и пьет мою кровь, тот живет во мне, и я в нем. Как я, посланный живым Отцом, живу благодаря Отцу, так и тот, кто ест меня, будет жить мною. Вот есть хлеб, сошедший с небес. Это не манна, что ели ваши отцы и умерли, нет. Кто ест хлеб сей, тот будет жить во веки веков. Так говорил Иисус, уча в синагоге в Капернауме. Его ученики слышали это, и многие из них говорили: это учение слишком трудное. Кто может это слушать? Иисус без всяких слов знал, что они ропщут на это. И вы уже готовы отступить? А что, если вы увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где Он был прежде? Только Дух Божий дает жизнь. Плоть человеческая не имеет силы.
Слова, что я вам говорю, суть Дух Божий животворящий. Но вот некоторые из вас не веруют. Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто скоро предаст его. Я для того и говорил вам. Никто не может прийти ко мне, если это не будет дано ему от Отца моего. С этого времени многие ученики Иисуса отошли от него и уже не ходили с ним. Ну а вы? Вы тоже хотите отойти? Господи, кому идти, учитель? Ты ведь владеешь глаголами вечной жизни. И мы уверовали и знаем, что ты Христос, что ты Сын Бога Живого. Я вас избрал 12, не так ли? Но один из вас – дьявол. Он говорил об Иуде, сыне Симона Искариота. Ибо Иуда собирался предать его, хоть и был одним из 12 учеников. Иисус отправился в Галилею. Он не хотел оставаться в Иудее, потому что иудейские власти искали убить его. Приближался праздник иудейский – поставление кущей. И братья Иисуса сказали ему: «Пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели чудеса, которые ты творишь». Никто не делает что-либо в тайне, если хочет быть известным. Коль ты творишь такие дела, пусть весь мир тебя узнает. Даже братья Иисуса не веровали в него. Мое время, брат, не пришло еще. Ну а для вас всегда время. Мир яро ненавидит меня, а вас нет. Я ведь свидетельствую, что дела его злы. Так что вы идите на праздник. А я на сей праздник пока не пойду. Мое время еще не настало. Сказав сие, Иисус остался в Галилее. Однако, когда его братья ушли на праздник, Иисус тоже пошел туда. Но пришел он не явно, а тайно. Дорогу! Иудейские власти искали его на празднике. «Где он?» – спрашивали они. В народе много толков было о нем. «Он добрый человек», – говорили одни. «Нет», – говорили другие, – «он обольщает народ». Но никто не говорил о нем открыто, потому что они боялись иудеев. Где-то в середине праздника в храм пришел Иисус и стал наставлять и учить. Иудеи слушали его и дивились. Откуда этот человек знает так много, если он никогда не учился? Мое учение – это не мое учение, оно от Бога, пославшего меня. Кто хочет творить волю Его, тот поймет, от Бога ли оно. Или я сам от себя говорю все это. Тот, кто сам говорит от себя, он лично себе славы ищет. А ищущий славы тому, кто послал его, истинен. И нет в нем неправды. Моисей дал вам закон, не так ли? Но ведь никто из вас ему не следует. За что ищете убить меня? В тебя, верно, бес вселился. Кто это убить тебя хочет? Я одно дело всего сделал. А вы все дивитесь так. Моисей повелел вам обрезание. Хотя пошло это не от Моисея, а от отцов ваших. И вы проводите обрезание мальчиков в субботу. Если человек принимает обрезание в субботу, чтобы не был нарушен закон Моисея, почему вы негодуете на меня за то, что я исцелил всего человека в субботу? Не судите по наружности, а судом праведным судите. Некоторые жители Иерусалима говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить?» Смотрите, он говорит явно, и они не возражают ему. Может, начальники удостоверились, что он подлинно Христос? Но когда придет Христос, никто не будет знать, откуда он. А мы все знаем, откуда этот человек. И Иисус в храме учил их, восклицая: «И вы знаете меня,
и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя. Но тот, кто послал меня, истинен. Вы не знаете его, но я знаю, так как я от него пришел. И это он послал меня. Его пытались схватить. Но никто не наложил на него руку, ибо еще не пришел его час. И многие из народа уверовали в него. Когда придет Христос? Да неужто он больше чудес сотворит, нежели сей человек? Услышали фарисеи такие толки об Иисусе в народе. И фарисеи, и первосвященники послали стражу схватить его. С вами недолго уже быть мне. И пойду я к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете. Прийти туда, где я буду, вы не можете. Иудеи говорили между собой, куда он хочет уйти. Да так, что мы и не найдем его. Может, он пойдет в эллинское рассеяние учить эллинов? Он сказал, вы будете меня искать, но не найдете. Прийти туда, где я буду, вы не сможете. Что бы это значило? В последний же великий день праздника Иисус возгласил. Кто жаждет, иди ко мне и пей. У того, кто в меня верует, как... Сказано в Писании, реки воды живой из его чрева потекут благодатные. Иисус говорил сие о Духе, которого верующим в Него предстояло принять. В то время Духа Святого не было на них, потому что Иисус еще не был явлен в славе. Многие из народа слышали эти слова. Я ему верю. Это пророк! Воистину он пророк! Христос не придет из Галилеи! Нет, в Писании сказано, что Христос будет из рода царя Давида, и родится он в Вифлееме, в том месте, откуда был Давид. И так в народе началась распря об Иисусе. Некоторые хотели схватить его, но никто не наложил на него руку. Когда стражники вернулись, первосвященники и фарисеи спросили их. Вы его не схватили? Он говорит так, как не говорил никто и никогда. Неужели прельстил он и вас? Разве хоть кто-нибудь из начальников или из фарисеев уверовали в него? Этот народ не знает закона Моисея. И Бог проклял его! Среди фарисеев был Никодим, человек, приходивший к Иисусу ночью. Исходя из нашего закона, мы не судим человека, прежде чем не выслушаем его, и не выясним, что он совершил. О, ты, видно, тоже из Галилеи. Писание изучи. Ни один пророк не пришел из Галилеи. И все разошлись по домам. Иисус же пошел на гору Елеонскую. На следующее утро Иисус снова пришел в храм. Весь народ собрался вокруг него. Он сел и стал учить их. Книжники и фарисеи привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставили ее пред всеми. Учитель! Эта женщина, она взята во время прелюбодеяния. Моисей заповедал нам в законе, что надо побивать каменьями таких вот женщин. Ну а ты что скажешь?
Они говорили это, искушая Иисуса, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Он, наклонившись, стал писать перстом на камне. А они все спрашивали Его, и Он выпрямился и встал. Что здесь происходит? Суд над прелюбодейкой. Иди сюда скорее. Ты знаешь эту женщину? Нет, никогда ее не видела. Пусть тот из вас, кто без греха, первый бросит камень в нее. Наверное, справедливый человек. Затем вновь склонился и писал на земле. Они же, услышав это и будучи обличаемые совестью, ушли один за другим. Остался один Иисус и женщина, которую привели. Он выпрямился. Где же они? Никто не посмел осудить тебя. Да, Господи, никто. Что ж, я тоже тебя не осуждаю. Иди. И впредь не греши. Иисус снова обратился к фарисеям. Я свет миру. Кто пойдет за мной, выйдет из тьмы, он будет иметь свет жизни. Твое свидетельство нельзя считать истинным. Ты сам о себе свидетельствуешь. Нет. Я свидетельствую о себе, но мое свидетельство истинно. Потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда я иду. Вы судите по-человечески, по плоти. Я же не сужу никого. А если б судил, то суд мой был бы истинен, потому что я не один. Со мной Отец, пославший меня. В законе вашем написано: свидетельство двух человек – свидетельство истинное. Я сам свидетельствую о себе, и Отец, пославший меня, свидетельствует обо мне. А где он, твой Отец? Вы не знаете ни меня, ни моего отца. Знали бы меня, знали бы и отца моего. Иисус говорил сие, когда учил в храме у сокровищницы. И никто не взял его, потому что час его еще не пришел. Я уйду, и вы будете искать меня. И умрете в грехе вашем. Куда я иду, туда вы не сможете прийти. Мы не сможем прийти туда, куда он идет. Уж не убьет ли он сам себя? Вы не придете, потому что вы от нижних, я же от вышних. Вы от мира сего, а я не от сего мира. Я потому и сказал, что вы умрете в грехах ваших. Умрете в грехах ваших, если не уверуете, что я тот, кто я есть. Но кто же ты? Я ведь говорю вам, от начала сущий. Могу многое о вас сказать, за многое судить вас. Однако пославший меня есть истинен. И что я слышал от него, то и говорю миру. Они не поняли, что Иисус говорил им об Отце. Когда вы вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я. И поймете, что я от себя ничего не делаю.
Но как научил меня отец мой, так и говорю. Пославший меня со мной, он не оставил меня одного. Ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Многие из тех, кто слышал эти слова, уверовали в Иисуса. Если прибудете в Слове Моем, значит, вы истинно Мои ученики и познаете истину. И истина сделает вас свободными. Мы семя Авраамова и никогда не были рабами. В каком смысле мы будем свободны? Истинно говорю вам. Всякий, кто грешит, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. Если Сын освободит вас, истинно свободны будете. Да, вы семя Авраамова, но хотите убить меня, ибо слово мое не вмещается в вас. Я о том говорю, что у отца моего видел. А вы то делаете, что видели у своего отца. Если бы вы детьми Авраама были, вы бы делали то же, что делал он. Я вам всего лишь сказал истину, которую слышал от Бога, а вы меня убить хотите. Авраам такого не делал. Вы же делаете то, что ваш отец делал. Бог, сам Бог. Вот единственный отец наш, и мы есть истинные его дети. Если бы Бог был ваш отец, вы любили бы меня тогда, потому что я от Бога исшел и пришел сюда. И я не сам от себя пришел, нет. Он послал меня. Вы не понимаете речи моей от того, что не можете слова моего слышать. Вы дети дьявола, он ваш отец! И вы хотите исполнять похоти отца вашего! Он всегда был человеком-убийцей, всегда! От начала и не устоял в истине! Ибо истины нет в нем и не было! Говорить неправду – это совершенно естественно для него! Ибо он лжец, и не просто лжец, он отец лжи! И когда я говорю истину, вы поэтому и не можете поверить мне! Кто из вас докажет? Обличит меня в грехе. Почему же, когда я говорю истину, вы мне не верите? Кто от Бога, он слушает и слышит слова Божьи. А вы не от Бога, вот потому вы и не хотите меня слушать. Но разве мы не правду говорим, что ты самарянин и что бес вселился в тебя? Нет во мне беса, но я чту отца моего, а вы бесчестите за это меня. Впрочем, я не ищу славы для себя. Но есть ищущий и судящий, и он меня благословляет. Истинно вам говорю, кто соблюдет слово мое, вовек смерти не узнает. Ну, теперь ясно, что в тебе бес сидит. И Авраам умер, и все пророки умерли. А ты говоришь, кто соблюдет твое слово, тот не умрет никогда. Даже Авраам, отец наш, умер. И ты говоришь, что ты больше Авраама, что ли? И все пророки умерли тоже. Да кто ты такой, а? Если бы я славил сам себя, то такая слава ничего бы не стоила. Меня прославляет Отец мой, которого вы своим Богом называете. Вы не познали его, а я знаю его. Если я скажу, что не знаю его, я такой же лжец буду, как вы, но я знаю его и соблюдаю слово его. Ваш отец Авраам, он был очень рад, что увидит день мой. И он его увидел и возрадовался. Тебе еще и 50 нет, и ты видел Авраама? Истинно говорю вам. Прежде чем родился Авраам, я есть. Что он говорит? Это если грязный пес! Они стали брать камни, чтобы бросать в него. Бейте его! Его наказать надо, крамольник! Держите! Хватайте его! Убейте его! Куда он делся? Но Иисус скрылся и вышел из храма.
Проходя по городу, Иисус увидел человека, слепого от рождения. Учитель, кто согрешил, что он слепым родился? Сам ли он? Или же его родители? Слепота эта дана ему не за грехи, его или родителей. Он слеп, чтобы на нем явилась сила Божия. Доколе еще есть день, мы должны делать дела пославшего меня. Подайте. Скоро ночь, когда. Подайте. Никто их не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, Иисус плюнул на землю и смешал слюну с землей. Он помазал ему глаза этой грязью. Иди и умойся в купальне Сило. Это название означает «посланный». Человек пошел, умыл лицо и вернулся зрячим. Соседи и те, кто видел, что он был слеп, спрашивали, не тот ли это, что сидел и просил милостыню. Гляди, это он! Нет, не он. Он только похож на него. Да, это я! Как же ты вдруг стал видеть? Человек по имени Иисус смешал слюну с землей, помазал мне глаза и велел мне идти на Силоам умыться. И как только я умылся, я стал видеть. Слушай, а где он? Я не знаю. Бывшего слепца повели к фарисеям. А в день, когда Иисус смешал слюну с землей и исцелил его от слепоты, была суббота. Фарисеи также спросили его, как он прозрел. Он мне помазал глаза грязью и велел умыться. Я умылся и стал видеть. Тот, кто это сделал, явно не от Бога, потому что он не соблюдает субботы. Как может человек грешный творить вот такие чудеса? И была между ними распря. Так он исцелил тебя от слепоты. И что ты скажешь о нем? Что это пророк! Но иудеи не хотели верить в то, что он был слеп и прозрел, пока не призвали его родителей. Это ваш сын? Вы говорите, он родился слепым. Как же стало, что он сейчас видит? Мы знаем, что он наш сын, и мы знаем, что он родился слепым у нас. Но мы не знаем, как случилось, что он теперь видит, и кто мог исцелить его от слепоты. А вы у него спросите. Он ведь уже совсем взрослый и может сам ответить. Его родители сказали так, потому что боялись иудеев.
Иудеи сговорились, чтобы всех, кто признает Иисуса Христом, отлучать от синагоги. Поэтому его родители сказали: «Он взрослый, спросите его». Они вторично призвали человека, который был слеп. Во имя Господа нашего, ты должен говорить только правду. Мы знаем, человек, исцеливший тебя, грешник. Я не знаю, грешник он или нет. Но я точно знаю одно. Я был слеп. А теперь я зрячий. Что он такое сделал? Как он исцелил тебя от слепоты? Я ведь сказал уже, но вы не слушали. Зачем опять вам это слышать? Может, учениками его хотите стать? Они укорили его и сказали: «Довольно, что ты его ученик. Мы есть и будем ученики Моисея. Мы знаем, что Бог с Моисеем говорил. А этот человек, мы даже не знаем, кто и откуда он». Ха! Удивительное дело какое! Вы не знаете даже, откуда он, а он меня от слепоты исцелил. Мы знаем, что Бог не слушает грешников. Он слушает тех, кто почитает его и творит его волю. От начала времен неслыхано, чтобы кто-то слепорожденному отверз очи. Если бы этот человек не был от Бога, он бы ничего не сделал. Ты рожден во грехе. Ты рос и живешь во грехе. И ты еще учишь нас. И они изгнали его из синагоги. Иисус узнал о случившемся и нашел его. Ты веруешь в Сына Человеческого? Скажи мне, кто он, Господи, чтобы я уверовал? Ты его уже видел? И он тот, кто говорит с тобой сейчас? Да, верую, Господи! И он пал на колени перед Иисусом. Я в этот мир пришел, чтобы судить. Чтобы слепые увидели, а видящие слепыми стали. Фарисеи, бывшие там, услышали это и спросили его: «Уж не хочешь ли ты сказать, что и мы слепы тоже?» Будь вы слепы, вы не были бы виновны. Но вы говорите, что вы видите, и потому грех остается на вас. Истинно говорю вам, кто входит в овчарню не через дверь, но забирается иначе, тот вор и разбойник. А входящий через дверь есть пастырь овцам. Сторож отворяет ему дверь. Овцы слышат его голос, зовущий их по именам. И он выводит их. Когда он выведет их, он идет впереди, а овцы идут за ним, потому что знают его голос. И за другим они уже не пойдут. Они от чужого человека убегут, потому что не знают его голоса. Иисус рассказал им эту притчу, но они не поняли, что он хотел сказать. Иисус сказал снова: «Истинно говорю вам, я есть дверь овцам. Все, кто до меня тут приходил, воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Тот, кто войдет через меня, будет спасен. Он войдет и выйдет, и найдет пастбище. Вор, он только для того приходит, чтобы украсть, убить и разорить. Я же пришел, чтобы вы обрели жизнь. Жизнь во всей ее полноте. Я, пастырь добрый, жизнь свою полагаю за овец. А наемник не пастырь, ему овцы не свои. Он видит, что волк бежит, бросает овец и удирает. А волк хватает овец и разгоняет их. Наемник убегает, так как он всего лишь наемник. Он не заботится об овцах. Я, пастырь добрый, как отец знает меня, так и я знаю отца. Так вот и я знаю овец своих, а они знают меня. Я положу жизнь за них. Это дядя пророк. Есть также у меня еще и другие овцы.
не из этой овчарни. Я должен привести их тоже. Они услышат мой голос. И будет тогда одно стадо и один пастырь. Мой отец потому и любит меня, что я отдаю жизнь свою, чтобы снова принять ее. Никто жизнь мою не отнимает у меня. Я отдаю по собственной воле ее. Я властен отдать ее. И я властен снова ее принять. Сию заповедь я от отца моего получил. От этих слов вновь пошла распря в народе. Эй! Он бесноватый! Нечестивец! Чего? Вы слушаете его? Одержимый бесом так не может говорить! И глаза открывать больным он не сможет тоже! Он пророк! Была зима. Наступил праздник обновления. Иисус пришел в Иерусалим. Он шел по притвору Соломонову в храме, когда его обступили иудеи. Долго ты будешь держать нас в недоумении? Ты можешь сказать прямо, ты Христос или нет? Я ведь уже говорил, но вы мне не верите. Дела, что творю я во имя Отца моего, обо мне свидетельствуют. Вы не верите мне, потому что вы не мои овцы. Мои овцы слушаются моего голоса. Я знаю их, и они идут за мной. Я даю им жизнь вечную, и они не умрут никогда. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, самый вышний, он всевышний. Никто не может похитить их из рук отца. Мой отец и я, мы одно. Иудеи опять схватили камни, чтобы побить его. Забить его камнями! Живый нечестивец! Забейте его камнями! Я много добрых дел сотворил в вашем присутствии от имени отца моего. Вы за какое из них побить меня хотите? Мы хотим тебя побить не за твои добрые дела, а за твое богохульство! Ты лишь человек, а возомнил себя Богом! Не написано ли в законе так? Я сказал, вы боги, и вы, и сыны Всевышнего, все вы, правильно? Если он назвал богами тех, кому обращено слово Божие, не нарушается Писание. Почему же мне, кого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, ты богохульствуешь, потому что я сказал, что я сын Божий? Коли не творю я тех дел, что заповедал мне отец мой, вы мне не верьте. Ну а если я творю их, и все же вы словам моим не верите, поверьте делам моим тогда, чтобы понять и уверовать раз и навсегда, что мой отец во мне, а я в нем, в отце. Они снова пытались схватить Иисуса, но он ускользнул из их рук. Иисус снова пошел за Иордан, туда, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие приходили к нему. Иоанн не сотворил чудес, говорили они, но все, что он сказал об этом человеке, истина. И многие там уверовали в него. Заболел некто по имени Лазарь, живший в Вифании. Это было селение, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его своими волосами. А болен был брат ее, Лазарь. Сестры послали сказать Иисусу: «Господи,
любимый друг твой болен. Услышав об этом, Иисус сказал: «Эта болезнь не к смерти Лазаря. Она случилась к славе Божией, и через нее прославится Сын Божий». Иисус любил Марфу, ее сестру и Лазаря. Однако, когда он получил весть о болезни Лазаря, то пробыл там, где находился, еще 2 дня. Потом он сказал своим ученикам: «Мы идем в Иудею». «Учитель, иудеи чуть не побили тебя недавно камнями. И ты опять туда пойдешь?» «Во дне разве не 12 часов? Кто ходит днем, не спотыкается, ибо видит он свет мира сего. А кто ночью ходит, спотыкается, так как нет света с ним. Друг наш Лазарь уснул. Я иду разбудить его». «Что он хочет сделать? Идемте за ним». «Но раз он спит, значит, выздоравливает». Иисус сказал, что Лазарь умер, а они думали, что он говорил об обыкновенном сне. Тогда Иисус сказал прямо: «Наш друг Лазарь умер. Но я рад за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Идемте к нему». Фома, называемый Близнец, сказал другим ученикам: «Он уходит. Что же вы все стоите? Идемте с учителем, умрем с ним». Когда Иисус прибыл, он узнал, что Лазаря похоронили 4 дня назад. Вифания располагалась недалеко от Иерусалима, километрах в 3 от него. И многие иудеи пришли утешить Марфу и Марию в их печали о смерти брата. Услышав, что идет Иисус, Марфа бросилась навстречу ему, а Мария осталась дома. «Если бы ты был здесь, Господи, мой брат не умер бы. Но я знаю, что Бог и сейчас даст тебе все то, что ты попросишь у него». «Не плачь, твой брат воскреснет». «Да, я знаю, в последний день, в воскресенье». «Я есть воскресение и жизнь. Живущий и верующий в меня, если и умрет, оживет. Тот, кто верует в меня, не умрет никогда. Веруешь ли ты в это?» «Да, я верую, что ты Христос, Господи, верую в то, что ты Сын Божий, посланный Богом в мир». Сказав это, Марфа пошла и тайно позвала свою сестру Марию. «Учитель здесь. И он зовет тебя, Мария». Услышав это, Мария тотчас встала и поспешила к нему. Иисус еще не вошел в селение, но был на том месте, где Марфа разговаривала с ним. Люди, которые были в доме с Марией и утешали ее, увидев, что она встала и вышла, последовали за ней, полагая, что она пошла к гробу плакать. Мария пришла туда, где был Иисус, и, увидев его, пала к его ногам. «Господи, если бы ты был здесь, мой брат бы не умер, нет». Иисус смотрел на нее рыдающую, смотрел, как плачут те, кто был с нею. И сердце его сжалось, и он воскорбел духом. «Где положили его?» «Иди посмотри, Господи». Иисус прослезился.
«Смотрите, как он любил его», — говорили люди. Но некоторые отвечали на это. Не он ли дал зрение слепому? Разве не мог он сделать так, чтобы Лазарь не умер? Со скорбью в душе Иисус подошел к гробу. Это была пещера, закрытая камнем. Уберите оттуда камень. Но смрад пойдет, Господи. Он в гробе ведь уже 4 дня. Не сказал ли я тебе, увидишь славу Божию, если будешь веровать? Камень убрали. Иисус возвел очи к небу. Отче, благодарю, что ты меня услышал. Да, я знаю, ты всегда меня слышишь. Я просто сказал так, чтобы вот эти люди поверили, что меня ты послал. Сказав это, он воззвал громким голосом. Эй, Лазарь! Выходи! Он вышел. Обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. И лицо его обвязано было платком. Развяжите его. И пусть идет. Многие из тех, кто пришел к Марии, увидев, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Опять Он. Однако некоторые пошли к фарисеям и рассказали им, что сделал Иисус. Фарисеи и первосвященники собрали совет и сказали, что нам делать. Вон сколько чудес уже сотворил этот человек. И если будет так и дальше, то все уверуют в Него. Явятся римляне, они разрушат наш храм и завладеют нашим народом. Один из них по имени Каиафа, он был первосвященником в тот год, сказал: «Глупцы вы несчастные! Вы не понимаете, что ли, что нам лучше, чтобы один человек жизнью своей для людей пожертвовал, чем допустить, чтобы сгинул весь народ?» И он сказал это не от себя. Будучи первосвященником в тот год, он предсказал, что Иисус умрет за народ иудейский. И не только за народ, но и во имя того, чтобы собрать воедино всех рассеянных детей Божьих. С того дня они начали строить планы, порешив убить Иисуса. Поэтому Иисус уже не ходил открыто по Иудее, а пошел в земли близ пустыни, в город Эфраим, и оставался там со своими учениками. Приближалось время Пасхи, и многие иудеи со всей страны пришли в Иерусалим, чтобы выполнить ритуал очищения перед праздником. Собравшись в храме, они все искали Иисуса и спрашивали друг друга: «Как вы думаете, придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание: тот, кто узнает, где Иисус, пусть сообщит, дабы они могли схватить его. За 6 дней до Пасхи Иисус пришел в Вифанию, в дом Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Спасибо. Кто не верил, наверняка теперь верует. Нет, спасибо.
Здесь приготовили для него вечерю, за которой служила Марфа. Лазарь был среди тех, кто сидел за столом с Иисусом. А Мария взяла целый фунт драгоценного мира из чистого нарда, омыла им ноги Иисуса и вытерла их своими волосами. И дом наполнился благоуханием от мира. Один из учеников Иисуса, Иуда Искариот, который собирался предать его, сказал: «Почему бы не продать это мира? Можно 300 динариев выручить. И все деньги нищим отдать». Он сказал это не потому, что заботился о нищих, а потому, что был вор. Он носил кошель с деньгами и брал из него деньги для себя. «Оставь ее. Она это сберегла на день погребения моего. Нищие будут рядом с вами всегда, а я вскоре уйду от вас». Многие из иудеев узнали, что Иисус в Вифании, и пришли туда не только ради Иисуса, но чтобы видеть Лазаря, которого Иисус воскресил из мертвых. А первосвященники задумали убить и Лазаря, потому что из-за него многие иудеи отвергали их и веровали в Иисуса. На следующий день множество народа, пришедшего на праздник, услышали, что Иисус идет в Иерусалим. Они взяли пальмовые ветви и вышли встречать его, восклицая: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословен Царь Израиля!» Иисус же нашел осла и въехал на нем в Иерусалим. Как сказано в Писании: «Не бойся, дочь Сиона, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Благословен грядущий! Ученики его тогда не поняли этого, но когда Иисус вознесся во славе, они вспомнили, что так было сказано о нем в Писании, и они сделали это для него. Те, кто был с Иисусом, когда он вызвал Лазаря из могилы и воскресил из мертвых, свидетельствовали о том, что случилось. Потому его и встречал народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили друг другу: «Видите? Можно ли здесь сделать что-то? Смотрите! Весь мир идет за ним». Среди тех, кто пришел в Иерусалим на поклонение в праздник, были эллины. Они подошли к Филиппу, а он был из Вифсаиды Галилейской, и сказали: «Господин, мы хотим видеть Иисуса». Филипп пошел и сказал Андрею. И они вдвоем сказали об этом Иисусу. Это он? Пришел час Сыну Человеческому прославиться. Истинно вам говорю, пшеничное зерно не больше, чем одно зерно, если оно не умрет в земле. А умерев, оно принесет много плодов. Себелюбец жизнь свою погубит, а недовольный жизнью своей в всем мире
сохранит ее в вечную жизнь. Кто мне служить хочет, да последует за мной. И слуга мой будет там, где я. И отец мой почтит того, кто мне предан. Что мне сказать? Отче, что мне сказать? От сего часа молю, избавь меня. Но я пройду через сей час. Я и пришел в этот мир, чтобы его пройти. Отче, прославь твое имя. Тогда пришел глаз с неба. Я прославил его и сделаю это снова. Народ, стоявший там, слышал тот глаз. И одни говорили, что это гром, а другие сказали, ангел говорил с ним. Не для меня прозвучал этот глаз, а для вас. О чем он говорит? Пришло время судить этот мир. Ныне правитель мира сего будет свергнут. Когда я вознесен буду от земли, я всех вас привлеку к себе. Говоря это, он давал понять, какой смертью он умрет. Наш закон говорит, что Христос будет жить вечно. Но ты сказал, что Сын Человеческий должен быть вознесен. Кто этот Сын Человеческий? Свет будет с вами не очень долго. Продолжайте путь, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. Ибо ходящий во тьме не знает, куда идет. Веруйте в свет, пока он с вами, дабы вы были сынами света. Сказав это, Иисус ушел и скрылся от них. Он сотворил пред ними так много чудес, но они не веровали в него. И сбылось то, что говорил пророк Исаия: «Господи, кто поверил слышанному от нас? Кому открылась сила Господа?» Они не могли веровать еще и потому, что, как сказал Исаия, народ этот ослепил глаза свои и закрыл сердце свое. Да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Исаия сказал так, потому что видел славу Иисуса и говорил о нем. Впрочем, даже многие иудейские начальники уверовали в Иисуса. Но из-за фарисеев не говорили об этом открыто, дабы их не отлучили от синагоги. Они больше любили славу человеческую, нежели славу Божью. Иисус же громко возгласил: «Верующие в Меня веруют не только в Меня, но и в пославшего Меня. И видящий Меня видит того, кто послал Меня. Я пришел в этот мир как свет, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Если кто услышит Мои слова и не поверит, я не буду судить его. Я пришел не судить мир, но спасти его. Отвергающие Меня и не принимающие Моих слов имеют судью себе. Слово, которое я говорил, будет судить их в последний день. Так будет, потому что я говорил не от себя. Пославший Меня Отец дал Мне заповедь, что говорить, и я знаю, что Его заповедь есть жизнь вечная. Я говорю то, что Мне велел говорить Отец». Нужно за Ним проследить. Да.
Наступил день перед праздником Пасхи. Иисус знал, что пришел его час покинуть этот мир и перейти к Отцу. Он всегда любил ближних своих в мире и еще сильнее возлюбил их. Иисус и ученики его сидели за вечерей. Дьявол уже вложил в сердце Иуды, сына Симона Искариота, мысль предать Иисуса. Благодарю вас, учитель. Бери. Иисус знал, что Отец отдал все в руки его. Знал, что он пришел от Бога и отходит к Богу. Что он хочет? Он встал от стола, снял с себя верхнюю одежду и перепоясался полотенцем. Потом он влил воды в умывальницу и начал омывать ученикам ноги и вытирать их полотенцем, которым был перепоясан. Он подошел к Симону Петру. Тебе ли омывать мои ноги, Господи? Сегодня ты не понимаешь, что я делаю, но позже станет ясно. Разве ты ноги мои можешь омывать? Если не омою твоих ног, не имеешь части со мною. Господи, тогда прошу, омой мои ноги и руки тоже, и голову. Тот, кто уже принял омовение, чист. Ему больше не нужно мыться, лишь омыть ноги. Тут все чисты. Все, кроме одного. Иисус уже знал, кто предаст его. Поэтому он сказал: чисты все, кроме одного. Омыв ученикам ноги, Иисус снова надел верхнюю одежду и вернулся на свое место за столом. Знаете ли вы, что я сейчас сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом. И это правильно, потому что так оно и есть. Раз я, ваш Господь и Учитель, омыл вам ноги, то и вы должны друг другу омывать ноги. Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что сделал я. Истинно вам говорю, раб не больше своего господина и посланник не больше пославшего его. Теперь вы знаете эту истину и счастливы будете, исполняя ее. Я говорю не обо всех вас. Я знаю тех, кого избрал. Но да сбудется Писание, разделивший со мной пищу, обратился против меня. Говорю вам это прежде, чем то случилось. Дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно вам говорю, принимающий того, кого я пошлю, принимает и меня. А принимающий меня, принимает пославшего меня. Thank you.
Сказав это, Иисус глубоко опечалился и объявил открыто: «Истинно вам говорю, один из вас предаст меня». Этого не может быть. Как странно. Почему он так сказал? Ученики смотрели друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один из учеников, которого любил Иисус, сидел рядом с Иисусом. Симон Петр сделал ему знак. «Спроси, о ком он сейчас говорит». Тот ученик приблизился к Иисусу. «Кто это, Господи?» «Я обмакну кусок хлеба и подам ему. Это будет он». Он взял кусок хлеба, обмакнул его и подал Иуде, сыну Симона Искариота. Как только Иуда взял хлеб, в него вошел сатана. «Поспеши. Сделай то, что должен». Никто из сидевших за столом не понял, почему Иисус сказал ему это. Поскольку Иуда был их казначеем, некоторые ученики подумали, что Иисус послал его купить то, что нужно к празднику, или дать что-нибудь нищим. Иуда принял хлеб и тотчас вышел. Была ночь. Когда Иуда вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился через Него. Если Бог прославится через Него, то Бог явит славу Сына Человеческого в себе и сделает это вскоре. Дети мои, мне быть с вами уже недолго. Вы повсюду будете искать меня, но повторю то, что иудеям сказал. Вы не можете прийти туда, куда иду я. Теперь я даю вам новую заповедь. Любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы друг друга должны любить. Если между вами будет любовь, все узнают, что вы мои ученики». «Господи, куда ты идешь?» «Теперь ты не можешь туда пойти, но позже последуешь за мной». «Почему я теперь не могу пойти за тобой? Я за тебя готов умереть». «Ты правда за меня готов умереть? Истинно тебе говорю, прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня. Но пусть не тревожатся ваши сердца. Веруйте в Бога. Веруйте в меня. В доме отца моего обителей много, и я иду приготовить место для вас. Я не сказал бы этого, не будь это так. И когда я пойду и приготовлю вам место, то вернусь и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я. Вы знаете путь, ведущий туда, куда иду я». «Господи, мы не знаем, куда ты идешь. Как мы можем знать путь туда?» «Я есмь путь, истина и жизнь. Никто к Отцу не приходит, как только через меня. Теперь вы знаете меня, узнаете Отца моего. И отныне вы знаете его и видели его». «Господи, покажи нам Отца.
Это все, что нам нужно. Я ведь рядом с вами давно. И ты не узнал меня, Филипп? Кто видел меня, тот не может просить отца ему показать. Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые я говорю вам, идут не от меня. Отец, пребывающий во мне, дела творит. Верьте, когда я говорю, что я в отце и отец во мне. А если нет, верьте мне по моим делам. Истинно вам говорю. Верующий в меня сотворит дела, что творю я, и сотворит больше сего, потому что я иду к отцу. И я выполню все, чего попросите у отца. Во имя мое, дабы отец был прославлен в своем сыне. Если вы попросите о чем-то во имя мое, я сделаю это. Если любите меня, соблюдайте мои заповеди. Я умолю отца дать вам другого утешителя, да пребудет он с вами вовек. Он дух, открывающий истину о Боге. Мир не может принять его, потому что не видит и не знает его. Но вам он знаком, потому что пребывает с вами и в вас. Когда я уйду, вы не останетесь одни, я вернусь к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, но вы увидите. Ибо я живу, и вы будете жить. Придет день, и вы узнаете, что я в отце моем, и вы во мне, как и я в вас. Кто принимает заповеди мои и исполняет их, тот любит меня. И будет он возлюблен отцом моим. И я возлюблю его. И явлюсь ему сам. Иуда, не Иуда Искариот, сказал: Господи, скажи, как же ты можешь нам себя явить, но мир тебя не увидит? Кто любит меня, тот соблюдет мое слово. И отец мой возлюбит того. Отец и я придем к нему и останемся с ним. Не любящий меня не соблюдает моих слов. Слова же, что вы слышали, не мои, а отца, пославшего меня. Я сказал вам это, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, посланный отцом во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир. Вот что я оставляю вам. Я даю вам мой мир. Я даю его не так, как мир дает. Да не смущается сердце ваше и не устрашится. Вы слышали, что я сказал. Я ухожу, но снова приду к вам. Если бы вы любили меня, то радовались бы, что я иду к отцу, ибо отец более меня. Я сказал вам об этом прежде, чем это случилось, дабы вы поверили, когда это сбудется. Уже недолго мне говорить с вами, потому что идет князь мира сего. Он не имеет власти надо мной, но мир должен знать, что я люблю отца и делаю все, как он заповедал мне. Встаньте, пойдемте отсюда. Я истинная лоза, а отец мой виноградарь. Он отсекает всякую мою ветвь, не приносящую плода, и очищает всякую приносящую плод, чтобы она была чистой и приносила больше плодов. Вы уже очищены словом, которое я дал вам. Прибудьте во мне, и я в вас прибуду. Ветвь не дает плода сама по себе. Она плодоносит только на лозе. Так и вы не дадите плодов, если не останетесь во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто остается во мне, и я в нем, много плодов даст, ибо без меня вы ничего не сделаете. Тот, кто не прибудет во мне, будет выброшен, как ветвь, и сохнет. Такие ветви собирают и бросают в огонь, где они сгорают. Если вы прибудете во мне, и мои слова прибудут в вас, то просите, чего не пожелаете, и будет вам. Мой отец прославится, если вы принесете много плодов,
и будете моими учениками. Я возлюбил вас, как отец возлюбил меня. Прибудьте в любви моей. Соблюдая мои заповеди, вы прибудете в моей любви, как я соблюдаю заповеди отца моего и пребываю в его любви. Я сказал вам это, чтобы радость моя пребывала в вас, и ваша радость была совершенна. Вот вам моя заповедь. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит жизнь за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что заповедую. Я больше не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает его господин. Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы избрали меня. Я избрал вас. И поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод ваш пребывал. Отец вам даст все, о чем вы попросите во имя мое. Вот что я заповедую вам. Любите друг друга. Если мир ненавидит вас, помните, что меня он возненавидел прежде вас. Если бы вы были от мира, то мир любил бы вас, как своих. Но я избрал вас из этого мира. Вы не принадлежите ему, поэтому мир ненавидит вас. Помните, что я говорил вам: раб не больше господина своего. Если люди гнали меня, то будут гнать и вас. Если соблюдали мое слово, будут соблюдать и ваше. Но люди будут гнать вас за имя мое, ибо не знают пославшего меня. Они бы не были повинны в грехе, если бы я не пришел и не говорил с ними. Но теперь у них больше нет оправдания грехам. Ненавидящий меня ненавидит и моего отца. Они не были бы виновны в грехе, если бы я не сделал среди них то, чего никто другой не делал. Но они видели, что я сотворил. И возненавидели и меня, и отца моего. Но это должно было случиться, чтобы сбылось то, что написано в их законе. Возненавидели меня напрасно. Придет Утешитель, Дух, который откроет истину о Боге и исходит от Отца. Я пошлю его к вам от Отца, и он будет свидетельствовать обо мне. И вы будете свидетельствовать, потому что вы были со мной с самого начала. Я сказал вам это, чтобы вы не отошли от вашей веры. Вас изгонят из синагог, и придет время, когда убивающие вас будут думать, что этим они служат Богу. Люди будут поступать так из-за того, что не познали ни моего отца, ни меня. Но я сказал вам это, чтобы когда придет такое время, вы вспомнили, что я говорил. Я не сказал вам об этом сначала, потому что был с вами. Но теперь я иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает, куда я иду. Но от моих слов ваши сердца исполнились печалью. Но вам истинно говорю, для вас лучше, чтобы я ушел. Ибо если я не уйду, то Утешитель к вам не придет. А если я пойду, то пошлю его к вам. И когда он придет, он покажет людям мира, что они не правы о грехе и о том, что правда, и о суде Божьем. Они не правы о грехе, потому что не веруют в меня. И о том, что правда, потому что я иду к Отцу, и вы больше не увидите меня. И не правы о суде, потому что князь мира сего уже приговорен. Я многое должен вам сказать, но теперь вы не вместите всего. Когда же придет Дух, открывающий истину о Боге, он наставит вас на истину. Он будет говорить не от себя, а скажет, что услышит, и возвестит вам будущее.
Он прославит меня, потому что возвестит вам мои слова. Все, что имеет Отец мой, есть мое. Поэтому я сказал, что Дух возьмет мои слова и возвестит их вам. Вы меня больше не увидите вскоре. Однако же вскоре увидите опять. Некоторые из его учеников спрашивали друг друга, что это значит. Он говорит нам, что вскоре мы не увидим его, а вскоре опять увидим. А еще говорит, потому что я иду к Отцу. Что значит это вскоре? Мы не знаем, о чем он говорит. Иисус знал, что они хотят спросить его. Я сказал, вскоре вы не увидите меня, однако же вскоре опять увидите. Не о том ли сейчас вы спрашиваете друг друга? Истинно вам говорю, вы восплачете, а мир возрадуется. Вы будете опечалены, но печаль ваша превратится в радость. Женщина, производя на свет ребенка, скорбит, потому что пришел час ее мучений. Но когда младенец рожден, все страдания забыты. И наполняет радость, потому что человек вошел в мир. Так же и с вами. Сейчас вы печальны, но я опять увижу вас. И радость наполнит ваши сердца, и никто уже эту радость не отнимет у вас. Тот день придет, и вы не спросите меня ни о чем. Истинно вам говорю, Отец вам даст все, о чем попросите во имя мое. До сих пор вы ни о чем не просили во имя мое. Просите и получите желаемое, чтобы радость ваша была совершенна. До сих пор я притчами говорил вам. Но придет время, когда я не буду говорить притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день вы будете просить во имя мое. И я не говорю, что буду просить его за вас. Ибо сам Отец любит вас. Потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я пришел от Бога. Я исшел от Отца. И пришел в мир. А теперь я мир оставляю и иду к Отцу. Ученики его сказали ему, «Теперь ты говоришь прямо и не говоришь притчами. Теперь мы знаем, что тебе ведомо все, и нет нужды задавать тебе вопросы. И потому мы веруем, что ты пришел от Бога». Теперь веруете? Наступает час, и настал уже, когда все вы рассеетесь, каждый в свою сторону пойдет. И меня оставите одного. Но я не одинок, потому что Отец со мной. Я сказал вам это, чтобы вы обрели мир, будучи едины со мной. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. После этих слов Иисус возвел очи к небу и сказал. Отче. Этот час наступил. Прославь твоего сына, чтобы сын твой прославил тебя. Ибо ты дал ему власть над людьми, дабы всем, кого ты вручил ему, он дал жизнь вечную. Жизнь вечная в том, чтобы знать тебя, единого истинного Бога, и Иисуса Христа, посланного тобой. Я прославил тебя на земле. Совершил дело, которое ты поручил мне, Отче. Ныне ты прославь меня перед тобой, славой которой я имел у тебя до сотворения мира. Я открыл тебя тем, кого ты дал мне от мира. Они были твои, и ты вручил их мне. Они слушали слово твое и теперь знают, все, что имею, идет от тебя. Я передал им слова, которые ты дал мне, и они приняли их. Они постигли истину, что я пришел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Я молю о них. Не о всем мире, но о тех, кого ты вручил мне, потому что они твои. Все мое твое. И все твое мое. И я прославился через них. Теперь я иду к тебе,
Я уже не в мире, но они в мире. Отче Святый, сохрани их во имя Твое. Тех, кого Ты дал мне. Чтобы они были едины. Как едины Ты и я. Пока я был с ними, я соблюдал их во имя Твое, которое Ты дал мне. Я сохранил их. И никто из них не погиб, кроме того, кто должен был погибнуть. Дабы сбылось Писание. Теперь я иду к Тебе и говорю это в мире, чтобы имели они в сердцах своих мою радость во всей полноте. Я передал им слово Твое, и мир их возненавидел, потому что они не от мира сего так же, как я. Я не молю Тебя взять их от мира, но молю, чтобы Ты уберег их от зла. Как я не от мира сего, так и они не от мира. Освети их истинную Твоей. Слово Твое есть истина. Я послал их в мир так же, как Ты послал меня в мир. И за них я посвящаю себя Тебе, чтобы и они были истинно преданы Тебе. Я молю не только о них, но и о тех, кто верует в меня по их слову. Молю, чтобы все они были едины. Отче, да будут они в нас, как Ты во мне и я в Тебе. Да будут едины, чтобы мир поверил, что Ты послал меня. Я дал им ту славу, которую Ты дал мне. Да будут они едины, как едины Ты и я. Я в них, и Ты во мне. Да будут совершенно воедино. И да познает мир, что Ты послал меня. И возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, Ты сам их послал мне. И я хочу, чтобы они были со мной там, где я. Да видят славу мою, которую Ты дал мне, возлюбив меня прежде сотворения мира. Отче праведный, мир не знает Тебя, а я знаю. И они знают, что Ты послал меня. Я открыл им имя Твое. И еще открою, чтобы любовь, которой Ты возлюбил меня, была в них. И я буду в них. Сказав эту молитву, Иисус вышел со своими учениками и перешел поток Кедрон. В том месте был сад, и Иисус с учениками вошел в него. Предатель его знал это место, потому что Иисус часто встречался там с учениками. Иуда, взяв с собой отряд римских воинов, служителей от первосвященников и фарисеев, пришел в сад с факелами и оружием. Иисус, зная все, что с ним будет, вышел вперед и спросил их. Кого вы ищете? Иисуса из Назарета. Иуда, предатель его, стоял с ними, когда Иисус сказал им. Я есть. Они отступили и пали на землю. Иисус повторил вопрос. И все же, кто вам нужен? Иисус из Назарета. Я уже ответил, это я. Если вы пришли за мной, отпустите остальных. Он сказал это, дабы сбылось реченное им. Отче, я не погубил никого из тех, кого Ты дал мне. Симон Петр, у которого был меч, ударил им раба первосвященника и отсек ему правое ухо.
Раба того звали Малх. Вложи свой меч в ножны! Неужели мне не испить чашу мучений, что мой отец вручил мне? Тогда римские воины, их тысячи начальник и служители иудеев, взяли Иисуса, связали его и сначала повели его к Анне. Он был тесть Каиафы, на тот год первосвященника. Это был Каиафа, который подал иудеям совет, что лучше одному человеку умереть за весь народ. Симон, Петр и другой ученик пошли за Иисусом. Этот ученик был знаком с первосвященником и вошел с Иисусом во двор первосвященника, а Петр остался снаружи, у ворот. Потом другой ученик вышел, поговорил с рабыней у ворот и ввел Петра внутрь. Ты тоже из учеников этого человека? Нет. Я... нет. Было холодно. Рабы и служители развели огонь и грелись, стоя вокруг него. Петр подошел и встал рядом, желая согреться. Первосвященник спросил Иисуса о его учениках и о его учении. Иисус отвечал: «Я всегда говорил миру явно. Я всегда учил в синагоге и в храме, где собирается народ. Я ничего и никогда тайно не говорил. Стоит ли спрашивать меня? Спроси людей, меня слышавших, что я им говорил. Они знают, что я говорил». Ты первосвященнику так отвечаешь? Если прогневало сказанное, открыто объяви, что тому причиной. Но если мои слова правдивы, почему бьешь меня? Потом Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе. Петр все еще стоял у огня и грелся. И тут его спросили: не из учеников ли ты этого человека? Нет, я не с ним. Так Петр отрекся. Один из рабов первосвященника, родственник того, которому Петр отсек ухо, сказал: не ты ли с ним был в саду? Нет. И тотчас запел петух. Рано утром Иисуса повели из дома Каиафы во дворец правителя. Иудеи не вошли во дворец, дабы не оскверниться, чтобы им можно было вкушать пасхальные блюда. Пилат вышел к ним и спросил: «В чем вы обвиняете этого человека?» «Мы не привели бы его к тебе, не будь он злодеем». «Так возьмите его и судите по вашему закону». «Нам не позволено никого смерти предавать». Так было, дабы сбылось слово Иисуса, когда он дал понять, какой смертью он умрет. Пилат опять вошел во дворец и призвал Иисуса. «Ты царь иудейский?» «Ты от себя это мне говоришь? Или другие тебе сказали обо мне?» «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники передали тебя мне. Что ты сделал?»
Мое царство не от мира сего. Будь царство мое от мира, то мои бы приверженцы сражались, дабы я не был в руки иудеев отдан. Но нет. Мое царство вовсе не здесь. Так все же ты царь. Что я царь, ты мне сказал. Я на то родился и был послан отцом в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Кто от истины слушает и слышит меня. А что есть истина? Потом Пилат снова вышел из дворца к иудеям и сказал им: «Я не нахожу в нем никакой явной вины. Однако...» «Вы знаете, что я, следуя вашему обычаю, отпускаю на Пасху одного человека. Хотите, чтобы я отпустил вам царя иудейского?» Они ответили ему криком: «Отпусти Варавву! Отпусти Варавву!» Варавва был разбойник. «Отпусти Варавву!» Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. Воины сплели венец из терновых ветвей и возложили ему на голову. Потом одели его в багряницу, подходили к нему и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по щекам. Пилат снова вышел и сказал иудеям: «Смотрите, я вывожу этого человека сюда, чтобы вы знали, что нет за ним никакой вины. Таково мое решение. Смотрите, все человек». И вышел Иисус в терновом венце и багренице. «Распни его! Требуем распять его! Распять нечестивца!» «Распни его! Распни!» «Его нельзя! Верно, нельзя!» «Так вы и распните, если желаете этого. Я в нем не нахожу вины. По нашему закону он должен умереть, потому что он объявил себя Сыном Божьим». «Что?» Услышав это, Пилат убоялся еще больше. Он опять вошел во дворец и спросил Иисуса: «Откуда ты пришел?» Но Иисус не ответил. «Тебе ли не отвечать мне? Запомни, я имею власть тебя отпустить. И власть тебя распять». «Твоя власть надо мной дана была тебе свыше. И грех больше посему на том, кто решился предать». Услышав это, Пилат пытался найти способ отпустить Иисуса. «Если его отпустишь, то признаешь себя недругом кесаря».
Всякий, кто царем назовется, противником кесаря становится. Услышав эти слова, Пилат вывел Иисуса и сел на судилище, место, называемое Лифостротон, каменный помост, а по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхой, около полудня. Пилат сказал иудеям: «Это ваш царь! Убей его! Убей! Убей!» Я могу убить вашего царя? Нет у нас царя, кроме кесаря. Тогда Пилат предал им Иисуса на распятие. Иисуса взяли и повели, и, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, а с ним и еще двоих, по обе стороны от креста Иисуса. Пилат сделал надпись, и ее прибили на кресте: «Иисус Назарянин, царь иудейский». Так написал он. Многие прочли это, потому что место, где распяли Иисуса, было недалеко от города. Написано было по-еврейски, по-римски и по-гречески. Первосвященники сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский, напиши...» «Он лишь говорил, я царь иудейский». Что я написал, то и останется. Когда воины распяли Иисуса, они взяли его одежду и разделили ее на четыре части. Каждый что-то взял себе. Хитон же был целиком тканный сверху и не имел швов. Воины сказали друг другу: «Не станем рвать его, а бросим жребий, чей он будет».
дабы сбылось реченное в Писании. Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий. Так и поступили воины. Рядом с крестом Иисуса стояли матерь его, сестра его матери, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус увидел мать и стоявшего там ученика, которого он любил. Это твой сын. Потом он сказал ученику: это твоя мать. С этого времени ученик взял ее к себе жить. Иисус знал, что теперь все уже совершилось. И дабы сбылось Писание, он сказал: дайте напиться. Там стоял сосуд, полный уксуса. Пропитав губку уксусом и наложив на иссоп, воин поднес к губам его. Иисус выпил уксус. Затем он склонил голову и предал дух свой. Иудеи просили Пилата позволить им перебить распятым голени и снять тела с креста. В тот день была пятница. И они не хотели оставлять тело на кресте в субботу, ибо та суббота была днем великим. Пришли воины и перебили голени у одного, потом у другого, распятых вместе с Иисусом. Подойдя к Иисусу, увидели они, что он умер, и не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра. И тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал это, дабы вы поверили. И свидетельство его истина. Он знает, что говорит истину. Сие произошло, дабы сбылось сказанное в Писании: кость его да не сокрушится. И в другом месте Писание говорит: люди воззрят на того, которого пронзили. К сожалению, надо немного подождать. Опять? Ну, уверяю, вашу жалобу обязательно. После этого Иосиф из Аримафеи попросил разрешения у Пилата забрать тело Иисуса. Иосиф был учеником Иисуса, но тайным. Он боялся иудеев. Пилат разрешил ему взять тело, и Иосиф пошел и снял его. Был с ним и Никодим, приходивший однажды к Иисусу. Он принес около 100 литров благовоний из смирны и алоэ. Они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно иудеи готовят тело к погребению. В том месте, где распяли Иисуса, был сад, и в нем новая погребальная пещера, в которой еще никто не был похоронен. Туда и положили тело Иисуса ввиду пятницы иудейской, ибо гробница сия была близко. Утром первого дня недели Мария Магдалина пришла ко гробу рано, почти затемно, и увидела, что камень отвален от гроба.
И побежала она к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус. Господа нет, унесли его из гроба. И где положили его, неизвестно. Петр и другой ученик тотчас пошли ко гробу. Они оба бежали, но другой ученик бежал быстрее Петра и оказался у гроба первым. Он заглянул туда и увидел лежащие пелены, но не вошел. Вслед за ним подошел Симон Петр, и он сразу вошел во гроб. Он увидел пелены, лежащие там, и плат, который был на голове Иисуса. Он лежал не с пеленами, а отдельно, и был особо свит. Тогда и другой ученик, тот, что прибежал первым к гробу, вошел и увидел и уверовал. Они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Ученики возвратились к себе. А Мария стояла у входа и плакала. Горько плакала и смотрела во гроб. И увидела двух ангелов в белом одеянии там, где было тело Иисуса. Один сидел у главы, а другой у ног. «Жену, что ты плачешь?» – спросили они ее. «Да вот Господа моего унесли. И я не знаю теперь, где его положили». Она обратилась назад и увидела Иисуса, но не узнала его. «Женщина, что ты плачешь? Кого ты ищешь?» Она думала, что это садовник, и сказала ему: «Ты его вынес, садовник. Скажи мне, где ты его положил, и я заберу его». «Мария», — она сказала ему на языке иудеев, «Равуни», что значит «учитель». «Не прикасайся ко мне. Я не вошел еще к отцу моему. Иди и скажи братьям моим, что я восхожу к отцу моему и к вашему отцу, к моему Богу и к вашему Богу». Мария Магдалина пошла и возвестила ученикам его, что видела Господа, и передала им слова его. В тот же первый день недели вечером, когда ученики его собрались в доме и крепко заперли двери, так как опасались иудеев, пришел Иисус и стал среди них. «Мир вам всем!» – сказал он и показал им руки и ребра. Ученики очень обрадовались, увидев Господа. Иисус же вновь сказал им: «Мир вам всем! Как я был послан Отцом, так теперь и я вас посылаю». С этими словами он дунул на них. «Примите Святого Духа. Кому вы простите грехи, тот прощен будет. А кому нет, на том, значит, они останутся». Одного из 12 учеников, Фомы, называемого близнецом, не было, когда приходил Иисус. Ученики сказали ему: «Мы видели Господа». «Пока сам не увижу я на руках его раны от гвоздей и перст свой,
не вложу в них, а руку в ребра его, я в это не поверю никогда. Неделю спустя, вечером, все ученики его были дома, и Фома тоже. И хотя двери были заперты, Иисус пришел вновь и стал среди них. Мир вам всем. Перстом коснись ран моих на руках. Вот в ребра мои свою руку вложи. Отбрось сомнения, уверуй. Господь и Бог мой. Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в этой книге. Сие же описано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. И веруя, имели жизнь во имя Его. После того Иисус опять явился ученикам Своим при море Тивериадском. Было это так. Симон Петр, Фома, называемый Близнец, Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Зеведеева и еще два ученика Иисуса были все вместе. Симон Петр сказал им: «Я пойду рыбу ловить». И я с тобой. «Мы с тобой», — сказали они. Они отплыли на лодке, но за всю ночь не поймали ни одной рыбы. Когда взошло солнце, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали его. «Чада мои! Поймали что-нибудь?» «Нет, не удалось!» «Забросьте сеть по правую сторону лодки, и будет рыба!» Забросил Петр сеть. И не мог вытащить ее один. Так много рыбы в сеть попало. Ученик, которого любил Иисус, сказал Петру: «Это же Господь!» Услышав, что это Господь, Петр опоясался одеждою, ибо был он наг, и бросился в море. Другие ученики приплыли к берегу на лодке, так как они были метрах в 100 от суши и тащили сеть, полную рыбы. Когда они вышли на берег, то увидели пылающий очаг, на котором лежали рыба и хлеб. «Принесите рыбу, что вы поймали сейчас». Симон Петр пошел и вытащил сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве сеть не порвалась. «Садитесь, ешьте». Никто из учеников не спросил его: «Кто ты?» Все они знали, что это Господь. Иисус преломил хлеб и дал каждому ученику. Дал также и рыбу. Третий раз уже явился Иисус ученикам Своим после воскресения из мертвых. Когда они поели, Иисус сказал Симону Петру: «Симон, сын Ионин, любишь ли Меня ты больше, нежели они?» «Да, Господи, Ты знаешь, я люблю Тебя». «Паси, Симон, агнцев Моих». В другой раз Иисус говорит ему: «Симон, сын Ионин,
Любишь ли меня ты? Да, Господи. Я люблю тебя, ты знаешь. Паси овец моих. В третий раз повторил Иисус. Симон, сын Ионин. Любишь ли меня ты? Опечалился Петр, что Иисус в третий раз спросил его, «Любишь ли меня ты?» И сказал ему, «Господи, ты же все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Паси овец моих, Петр. Истинно говорю тебе, пока ты молод, сам припоясываешься и идешь куда хочешь. А когда придет старость, прострешь ты руки свои, и другой припояшет тебя и поведет туда, куда ты не хочешь. Говоря это, Иисус давал разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. Потом Иисус сказал: «Иди за мной». Петр обернулся и увидел идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере спросил: «Господи, кто предаст тебя?» И спросил Петр: «Господи, а вот этот, он что?» Он прибудет, пока я не вернусь. Но тебе-то что? Ты за мной иди. И пронеслось меж учениками Иисуса, что ученик тот не умрет никогда. Но Иисус не говорил, что он не умрет. Он сказал: «Он прибудет, пока я не вернусь. Но тебе-то что?» Сей ученик и свидетельствует о том, и он же написал все это. И мы знаем, что свидетельство Его – истина. Многое еще сотворил Иисус. Но если писать обо всем подробно, то, думаю, даже весь мир наш не вместит написанных книг. Апостол Иоанн сказал, что это Евангелие написано, дабы мы уверовали, что Иисус – Сын Божий. Описывая эти события, Иоанн убеждает нас веровать в Иисуса, который заплатил за наши грехи, умерев на кресте. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Истинно вам говорю я! Те, кто слышит слова мои и верит в пославшего меня, имеют жизнь вечную! А жизнь вечная – это вера в Тебя, единого истинного Бога, и в Иисуса Христа, посланного Тобой. Сие же написано для того, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Это означает две вещи. Мы должны согласиться с Иисусом, что грешны перед Богом, и в нашей жизни есть грехи, как бы малы они ни казались. И мы должны верить, что Иисус полностью искупил наши грехи своей смертью на кресте, смертью, которую мы заслужили. И когда мы уверуем в это, Бог тотчас же по воле Своей дарует нам вечную жизнь. Когда апостол Фома воочию столкнулся с этим, он смог лишь воскликнуть: «Господь мой и Бог мой!» И сейчас, если вы готовы, вы можете примириться с Богом, совершив следующую молитву. «Я признаю, что согрешил перед Богом. Я признаю, что смерть Иисуса на кресте полностью искупила мои грехи.
И я верую, что искупительная смерть Иисуса дарует мне жизнь вечную, и грехи мои прощены. Господом моим и Богом моим.